В эфире «Теледоктор». Я Ольга Панфилова, акушер-гинеколог, и мы продолжаем отвечать на вопросы о здоровье подростков в прямом эфире. Задавайте их под трансляцией в «Одноклассниках», отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Или пишите нам в мессенджеры по номеру телефона 8-916-430-88-44. Также мы с нетерпением ждем ваших комментариев в профессиональной социальной сети «Врачи РФ». А у меня в гостях Ирина Осминина, детский гинеколог. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что вы пришли. Я хотела бы начать с того, что взрослые женщины посещают гинеколога обычно 1-2 раза в год профилактически. Согласны ли вы с тем, что девочки-подростки должны прийти на прием с мамой после того, как у них начнется первая менструация? Конечно, нет. Я всегда рекомендую, приглашаю девочек-подростков приходить еще до менструации, потому что есть... некоторые проблемы, которые могут возникнуть, и о которых ни мама, ни девочка сами даже не догадываются, в силу того, что они этого могут просто не знать. А если, Ирин, например, у мамы и у дочки налажен контакт эмоциональный, и мама фактически выступает в роли не только родителя, но и друга, может ли мама частично дать какую-то информацию дочери о менструальном цикле, об интимной гигиене, с вашей точки зрения? Обязательно. Может. Конечно, первый, кто должен дать эту информацию, это, естественно, мама, потому что мама всегда рядом, да, мама – это самый близкий человек. Я очень люблю, когда приходят девочки с мамами, иногда даже с папами. Это да. Тогда я предлагаю сейчас обратиться к нашим телезрителям. Пожалуйста, прислушайтесь к нашим вопросам и попробуйте на них ответить. Если вы правильно, в соответствии с тем, как Ирина, наш детский гинеколог, ответит на эти вопросы, то я думаю, что можно гинекологу будет пойти немного позже. Итак, первый вопрос по поводу гигиены. Интимная гигиена у девочек-подростков. Как она должна осуществляться правильно? Обязательно должна осуществляться. Для начала подмывание, конечно же, ежедневное. Желательно хотя бы два раза в день, но в зависимости от ситуации. Да, в период менструации, конечно, это должно быть гораздо чаще. Подмывание у нас происходит не с мылом, не с гелем для душа. Интимная зона, она особенная, слизистая интимной зоны более чувствительная, более ранимая. И многие средства просто могут ее раздражать. Поэтому это средство для интимной гигиены. Их сейчас, благо, большой выбор. Смена нижнего белья ежедневно, естественно. По необходимости. Иногда бывают ситуации, когда нижнее белье можно менять и чаще, чем раз в день. Но раз в день – это необходимый минимум. Основные. Это основные моменты, конечно. Хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы мама знала о том, как девочка осуществляет эту интимную гигиену. Я хотела бы подрезюмировать то, о чем вы сейчас сказали. Итак, в первую очередь это подмывание. И обязательно личное полотенце тоже должно быть, я думаю. И обязательно, чтобы были доверительные отношения между мамой и подростком, девочкой, чтобы мама знала о том, правильно ли девочка осуществляет эту гигиену. Второй вопрос, который хотелось бы задать нашим телезрителям, с тем, чтобы они сами попытались на него ответить, это вопрос о менструации. Первая менструация. Как вы общаетесь с вашей дочкой? Рассказываете ли вы ей о том, что такое менструация, когда она должна наступить? Ирин, как, с вашей точки зрения, это должно осуществляться? Конечно, нужно, чтобы мама подготовила девочку к первой менструации заранее. Самое главное в этом процессе, что это физиологический момент, да, это нормально. Мама должна объяснить девочке, что менструация приходит, когда у девочки все хорошо. Да, это значит, что девочка развивается, в будущем сможет иметь детей, для того, чтобы девочка не испугалась. Конечно, мама должна сама определить, скажем так, зрительно некоторые признаки, да, когда начать разговор о первой менструации, потому что у всех она в разном возрасте может происходить совершенно нормально. Промежуток достаточно широкий для начала менструации. Чтобы не получилась ситуация, когда девочка там где-то в общественном месте в школе не знает, что это такое, бывают такие девочки, поверьте, и она может испугаться. Мама должна к этому подготовиться. Спасибо, спасибо, Ирина. У нас как раз есть вопрос из одноклассников от мамы. Девочки-подростка 13 лет, очень обильной менструации, не хватает одной прокладки. Как мы можем в данном случае поступить? О чем нужно задуматься?
Здесь, конечно, нужно немножечко поспрашивать поподробнее. Вообще, конечно, самый идеальный вариант – это сходить к гинекологу детскому. Потому что иногда бывает, что и мама, и девочки пугаются, а с точки зрения гинеколога это совершенно нормальная ситуация. Да, потому что, ну, все относительно. Обычно мы считаем для простоты прокладками, да, и считаем, что 5 полных прокладок в день – это нормальные менструальные выделения. По международным рекомендациям, за всю менструацию выделение от 5 до 80 миллилитров. Да? То есть в этом объеме мы можем немножечко смотреть и по дням, и по количеству. Если действительно менструация обильная, это может не совсем быть нормой. Соответственно, к гинекологу точно нужно сходить для того, чтобы гинеколог разобрался в ситуации, и если нужно, что-то уже может быть скорректировано. Вот, кстати, сразу вопрос. Тем более девочка молодая. 13 лет. Девочка должна прийти на прием к гинекологу вместе с мамой. Мама должна присутствовать на приеме, правильно? Желательно. Вообще до 15 лет подростки, несмотря на то, что в 14 они уже получают паспорт, медицинские согласия они за себя пока не могут подписывать. Подростки разной степени зрелости бывают, психологической. Да? Некоторые подростки очень хорошо воспринимают информацию, могут запомнить, могут пересказать родителям. Есть подростки более инфантильные, это нормально. Да, мы все разные люди. И в такой ситуации, конечно, ну, скажем так, желательно, чтобы еще взрослый человек продублировал на слух эту информацию, запомнил, чтобы ничего не забыть и не пропустить. И возвращаясь к вопросу о том, как говорить с девочкой-подростком о менструации, мы можем с вами сделать выводы, что менструация не должна быть очень болезненной, да? Они могут быть слегка болезненными, но незначительно. И, в принципе, менструация – это не страшно, нужно об этом девочке это обязательно нормально. Рассказать. Это нормально. Ну и, соответственно, это все индивидуально у каждой девочки, да? Об этом мы обязательно должны сказать. Следующий вопрос, Ирин, с которым хотелось бы обратиться и к вам, и, конечно же, к нашим телезрителям для самотестирования, скажем так. Это то, на что девочка-подросток может обратить и должна обратить внимание. Какие жалобы могут у нее возникнуть? Что может насторожить девочку, что может насторожить маму? В плане менструации? Нет, в целом. Какие в целом жалобы могут быть? Ну, самые простые, самые, скажем так, те, которые девочки действительно часто на них обращают внимание. Зуд в интимной зоне. Болезненность, например, при мочеиспускании или при подмывании. Если говорить о месячных, да, но это самая, скажем так, глобальная часть жизни медицинской девочки-подростка, слишком длительные месячные, слишком частые, слишком редкие, слишком обильные или слишком скудные. В общем, любые отклонения, да, конечно, от классического менструального цикла. Ирина, у нас поступил вопрос к нам по поводу тампонов. Может ли девочка-подросток, которая не хочет или, ну, просто не хочет по тем или иным причинам использовать прокладки, может ли она использовать тампоны? Да, может. Тампоны официально разрешены с небольшой впитываемостью для девочек, не живущих половой жизнью. Поэтому, да, может. Помимо тампонов есть и другие варианты. Это не всегда и неудобно прокладки, может быть, кому-то. Пожалуйста, да. То есть тампоны девочкам использовать можно. И мы благодарим наших телезрителей за большое количество вопросов. Еще один вопрос нам поступил. Не устанавливается менструальный цикл у девочки 16 лет. Стоит ли паниковать в данном случае? Первый вопрос, который нужно задать в этом случае, во сколько лет у нее началась менструация? Как ранее говорил врач-эндокринолог, на регуляцию, на устанавливание менструального цикла дается 1,5–2 года. Некоторые специалисты западные даже до 5 лет дают. Это все индивидуально. Если менструации, ну, уж сильно нерегулярные, раз в год, предположим, конечно, на это сразу стоит обратить внимание. Колебания менструации в пределах недели плюс-минус, это нормально, да, то есть у нас много внешних факторов, которые могут на это влиять, поэтому мы считаем это регулярным менструальным циклом. Соответственно, задержка 3 дня – это не задержка.
Ирин, а как подготовить психологически девочку по ходу к гинекологу? О чем мы должны ее предупредить? Что рассказать, чтобы у нее не было страха, внутреннего напряжения? Может быть, рассказать о том, какие инструменты использует врач-гинеколог? Как в вашей практике это происходит? Инструментов на самом деле не очень много. Главное, девочку подготовить заранее. Нельзя первый раз, тем более с девочкой-подростком, у них все очень сложно, у них очень много мыслей. Нельзя просто привести к кабинету и сказать: иди. Мама должна поговорить обязательно с девочкой, рассказать хотя бы вот, ну, насколько она представляет, да, ну, все мамы ходили к взрослому гинекологу, у детского гинеколога приблизительно то же самое, ну, там зависит еще от наличия или отсутствия половой жизни, прием немножко может отличаться. Мама должна подготовить, мама должна объяснить обязательно девочке, что девочке придется раздеться в какой-то момент, да, что врач посмотрит молочные железы, посмотрит наружные половые органы, может быть, если у девочки есть половая жизнь, может быть, с использованием гинекологического зеркала. Иногда бывает, это очень такая, ну, пожалуй, самая вот интимная ситуация. Иногда у детских гинекологов присутствует осмотр через прямую кишку. Угу. Сейчас мы стараемся редко это использовать, ну, скажем так, крайне редко, потому что понимаем, что это очень дискомфортно для девочки, но тем не менее, да, это возможно, поэтому заранее, конечно, предупредить, во-первых, мама обязана, что это может быть, ну и гинеколог на приеме заранее обязательно тоже предупреждает. Ирин, спасибо. И еще очень один интересный вопрос. Мама девочки-подростка подозревает о том, что у ее дочери есть уже молодой человек, скажем так. Чудесно. Как она может направить дочку к гинекологу, чтобы проверить, все ли в порядке? Детские гинекологи... поговорить. Для начала поговорить с дочкой, объяснить, для чего нужен поход к гинекологу, объяснить, что это не страшно, что это нормально, что это хорошо для последующей половой жизни, да, и для последующей жизни в браке, беременности и так далее. Только так, потому что если... Ирин, спасибо огромное. Я хотела бы сказать, что очень важно, крайне важно маме стать не только родителем, но и другом для дочери, чтобы наладить психологические контакты, рассказать о тех или иных особенностях женского организма.